Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я хочу показать, как можно сделать самостоятельно букет из мыльных роз. В магазине Fix Price продаются вот такие наборы различных цветов. Я взяла с фиолетовым оттенком. Еще в каждом наборе есть три розы однотонного цвета, что очень хорошо пригодится для букета. От упаковки роз у меня осталась фиолетовая лента. Ее я тоже обязательно использую. Розочки я буду использовать не полностью. Сниму первый яркий слой, чтобы сделать букет более нежных цветов. Цветок легко разбирается, а также легко собирается. Ширина этой розочки 4 сантиметра, высота также 4 сантиметра. Дома нашлась баночка жестяная подходящего размера. Я ее обклеила цветной бумагой. Как я уже сказала ранее, большие розы буду использовать все три. Они разбавят композицию среди маленьких бутонов, и у них очень приятный цвет. У остальных роз я решила убрать первый яркий слой. У меня остается вот такой маленький бутончик, который очень хорошо подходит по цветовой гамме. И таким образом букет будет смотреться очень красиво. Так проделываю со всеми розами. На букетик у меня ушло 12 штук. Ну вот, такая палитра у меня получилась. Мне очень нравится и смотрится как-то по-весеннему. Далее в банку нужно поместить пенопласт. У меня нет четкой формы пенопласта. Он у меня разделен на кусочки, и поэтому я приклеиваю его между собой горячим клеем. Диаметр составляет 8 сантиметров. Чтобы закрыть пенопласт, я взяла тонкую гофрированную бумагу, которую порезала на мелкие полоски. Нанесла горячий клей и наклеила бумажную стружку, чтобы она хорошо держалась и совсем не выдавала пенопласт. Далее переходим к сборке нашего прекрасного букета.
Еще там понадобятся зубочистки. Втыкаю шпажку в пенопласт и затем насаживаю головку цветка. Таким образом, собираем всю нашу композицию, стараясь чередовать большие и маленькие бутоны. Забыла сказать, что эти розы очень приятно пахнут. Такие букеты становятся сейчас очень популярны. Оригинальный букет послужит интересным подарком на любой праздник. Ну вот, такой букет я собрала. Сейчас добавим немножко декора. Вместо листьев я добавила сизаль. Скатываем небольшие шарики и заполняем пустоту. Этот материал очень красиво, воздушно смотрится в букете. Таким образом, проходим по всему букету, не оставляя никаких просветов. Ну вот, мой букетик готов. Смотрится очень красиво. Розы как будто настоящие. Ленточкой я задекорировала коробку. Просто завязала самый обычный бантик. Вот такой оригинальный, нежный букет из мыльных розочек у меня получился. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Увидимся в следующем видео!